Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня будем играть в игру, которая называется «Вперед! Зомби-война». Ну что ж, давайте посмотрим, что она из себя представляет, эта игра. Черт, дорога заблокирована. Сломайте баррикаду. Необходимо расчистить дорогу, чтобы продолжить путь. Ну что же, все предельно ясно, и у нас тут, я смотрю, есть энциклопедия. Обычный зомби, глупый и медленный. А это наш первый и единственный пока юнит, доступный нам. Так, отлично. Давай, долби этого зомбаря. Шикарно. Так. Храбрость накапливается автоматически. Используйте ее для найма юнитов. Ага, понятно. В общем, ребята, все предельно ясно. Мы накапливаем с вами храбрость, вызываем юнитов, и они нам расчищают дорогу. Ну и, соответственно, валят зомби. В принципе, в этом и заключается у нас суть игры. Расчистим дорогу для автобуса. Отлично. Ну, как вы понимаете, это был обучающий уровень. Миссия 1 легко. Пройдена с 3 звездами. Получаем бонусы определенные. И что дальше нас ожидает? Ага, вот она, карта у нас. Отлично. И она открывается. Я вижу следующую битву, но тут еще сундук у нас какой-то. Что здесь в нем? Ага, ребята, это у нас донат получается. Ну, мы этим заниматься не будем. Тут у нас, значит, ящики, сундуки и золото можно купить. Да, все, конечно, хорошо и прекрасно. Но это интересует меня меньше всего. Так что продолжаем, ребята. Так, а здесь что у нас такое? Я так понимаю, можно синхронизироваться, но почему-то не работает. Странно. Ну что ж, поехали. Миссия 2, опять же, легко. Так, тут уже зомбарей поболее будет. Что ты скажешь? Попробуйте придавить зомби с помощью бочки перетаскивания. Ну давай попробуем. Тихо, тихо, стой на месте. Вот давайте так. Ага, все понял. Очки ярости. Убивайте зомбарей и получайте очки ярости. И что мне дадут за них? Побежал лопатник. Давай покажем им, почем фунт лиха. Бомби, молодчага. Вот так вот их лопатой. Так, дайте-ка бочку бросить. Ёлки-палки! А, это зомбарь меня убил. Я уж думал, было, бочка себя прибил. Но нет. Так, давай-давай. Еще один пошел. Значит, у нас ярость, точнее, храбрость копится автоматически. А ярость за убийство. Так, 25. Ага, 25 храбрости мы подняли. Давайте-ка побольше этих лопатников. Давайте еще возьмем 25. Слушайте, а эти бочки, наверное, еще служат как преграда для зомбарей. Я так, по крайней мере, думаю. Ну, нам нужно выпускать юнитов и ломать как можно быстрее преграду, чтобы автобус мог проехать. А их суть — завалить наш автобус. Но мы не должны этого им позволить. Да что ж такое-то? Так, бочонок, давай. А, шикарно. Нормуль, нормуль. 49 у нас ярости уже накоплено. Я так понимаю, нужно соточку, чтобы понять, что нам дадут за это. Все, ломаем преграду. Довольно легко идет. Все шикарно, мы прошли. Какие-то таблетки получили. Миссия 2 легко пройдена с 3 звездами. Получаем бонусы, ребята. И, естественно, продолжаем далее. Так, отлично. Ага, карта открывается. Оу, я получил 2 уровень, и мне доступен какой-то новый юнит, ребята. Вы можете призвать нового юнита. Так, а это у нас кто такой-то? Фермер. Они уничтожили его ферму, теперь он хочет мести. Ну что ж, давайте призовем его, конечно же. А что это за плюсики такие? Так, щетка плюс 1 к атаке. А, к урону. Тут почему-то в магазин, в атаку. А, нет предметов у меня, понятно. А здесь хлебушек плюс 1 к здоровью. Ну что ж, в принципе, все понятно. И стоит он у нас 20 храбрости. Вот оно как. Почему я не могу синхронизироваться, интересно. Хм. Ну что ж, поехали, ребята, в битву. 3-я миссия у нас. Ага, тут еще за миссии, ребятушки, у нас горючка тратится, оказывается. Вот что я заметил. Ну что же, погнали.
Ну и мой чувак с лопатой отправляется на орды зомбарей. Какие-то зомби, кстати, красные, я смотрю, подсвечиваются. Может быть, какие-то суперусиленные. Так, храбрости у меня 30 штук. Давай быстрее, фермер, я хочу посмотреть на тебя, что ты себе представляешь. Нам повезло, этот юнит быстрее и проворнее других. Поддержите его. Как его поддержать-то? Это он меня должен поддерживать. Давай, оу, ты шикарно бомбишь, мужик. Причем на дистанции, это хорошо. Живей, кричит фермер. Я и так стараюсь. Опа-на, зомбариты у нас еще, оказывается, встают. Их мы не убиваем окончательно. Здорово просто. Но, тем не менее, ребята, мы проходим этот уровень, получаем какое-то радио. Старая миссия 3 пройдена нормально, с 3 звездами. Шикандос. И продолжаем, ребята, естественно, продолжаем играть. Юниты доступны для улучшения. Ага, вот оно что. Тут еще можно улучшать их. Что довольно хорошо. Миссия 4, нормально. А здесь что такое? Нажмите, чтобы исследовать клетку. Хорошо. Тайник. Взять, конечно же. 3 горючки получили, ребята. А всего у нас 20. Ага, потратили 1 бензинчик. Ага, вот так вот мы можем открывать карту. Разведывать, замечательно. Выберите юнита. Нажмите, чтобы установить предмет. Хлебушек. Ну давай. Отлично, а сюда что? Щетка зубная. И сюда радио. 18 монет улучшения, да? Ага, ну что ж, довольно неплохо, ребята. Нужен уровень автобуса 2. Попробуйте улучшить автобус. Так у меня вроде как денег нету, ребят, на улучшение-то его. Ха-ха, так что придется нам пока довольствоваться тем, что у нас есть. Ну, в принципе, так неплохо. Фермер у нас улучшен теперь. Поехали с вами дальше. Миссия 4, нормально, да? А здесь? Ну что такое-то? Миссия 5. Нет, конечно же, будем начинать с 4. Это само собой разумеется. Зачем нам идти вперед, батьки, как говорится, в пекло лезть? Начнем с минимальных. Давай, давай, гробовщик, беги. А почему я назвал гробовщик? Потому что он, ребята, с лопатой. Ну ты вата вообще, а? Даже одного зомбаря не смог забомбить. Ёлки-палки, почему так медленно копится у меня храбрость? Неужели вы такие ссыкуны здесь, ребята? Ага, во, вот это другой разговор. Давай-ка, фермер, с стрельником, с солью в сраку. Хотя какая тут соль? Тут разрывные, блин. Что это за сундук лежит? Ага, 10 монеточек. Черт побери! Фермер возмущается. Ну, его можно... Ага, ребята, он еще, оказывается, тут перезаряжается. Смотрите-ка. Оп-оп, 2 выстрела делает, 2 патрончика вставляет. Не как этот из пулемета тут строчит. На-ка. 25 храбрости. Вот так мы сделаем. Значит, я так понимаю, юниты, которых, у которых на голове нимб вот этот, это, значит, усиленные получается. Что же, это только нам на руку. Давай, 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 ребятушки, бомбим эту преграду, чтобы проехать дальше. Давай, давай, давай. Так, фермеры, помогаем, помогаем, отлично. Вау, шикандос, везет нам сегодня. Ну что же, ребята, довольно легко прошли миссию 4-ю, нормально. Уже не легко, а нормально. И продолжаем дальше. Ух ты, жалко, конечно, монеток мало получаем, но... Наверное, этого достаточно здесь. Так, открыли карту. Ну что же, я так думаю, что нам надо на 5-ю миссию отправляться. Да-да. Другого выбора у нас нет. И я так понимаю, со временем здесь все, наверное, ухудшится. Будут уже другие зомбари. Так, что это такое у нас за энциклопедия? Бегающий обычный зомби. Бегающий? Ага, вот, смотрите-ка, ребята. Бежит говнюк. Шериф вылез из автобуса, чтобы подсобить моему гробовщику. Малорик. А я только хотел сказать, что неужели, ребята, со временем здесь будут новые виды зомбарей? И на тебе, они уже появились. Но у меня тоже появился все-таки, как говорится, фермер. И я думаю, что это не предел. Будут новые юниты у нас, которых мы сможем с вами развивать, качать.
Ху, прошли уровень, замечательно. Миссия опять нормальная. Так, 11 монеточек получаем и 32 опыта. Едем дальше. Что нам... О, открывается карта. Куда нам, сюда? Ага, здесь 7-я. Нет, ребята, значит, вот сюда надо. Сложно. Ё-моё, сложно. Автобус, я могу до уровня 2, 38 монет, ребята. Что мне дало это? Ровным счетом ничего, да? А нет, что я вру-то? Плюс 10 хп, 2 к атаке. Нормально, все пучком. Здесь я ничего не могу установить, потому что, видимо, ничего пока нету. Ладно, поехали. Сложно, блин. Наверное, сейчас тут будет жестко. Но мы готовы. Побежал гробовщик. Давай-ка их там лопатой всех. Ёлки-палки, бегущий зомбарь бежит к автобусу. Шериф, где ты там? Вылази, стреляй. Ах, зараза, все-таки... Возьмем сейф. Все-таки не получится у нас пройти это чистой победой. Автобус немножко задели. Он даже дымится почему-то. Всего 2 раза там ударил. И мы уже чуть ли не горим. Ну-ка, давай-ка, фермер. Сделай месть. Ё-моё, я промахнулся бочонком. Вот, шериф, ты малорик. Вот побыстрее бы ты еще бомбил бы. Да и подальше, было бы шикарно. Умри! Кричит гробовщик на зомбаря и убивает его своей лопатой. Ну-ка, дай-ка я вот так вот, шикандос, ребята. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай, добивай. Чуть-чуть там осталось, чуть-чуть. Ну, отлично, прошли. Ну, жалко, что не с 3, наверное, звездами, да, ребята. 2 звездочки всего дали, 72% уцелело от автобуса. Ладно, на худой конец мы, наверное, можем с вами, оу, перепройти потом. Новый уровень, поздравляем. Ёлки-палки, смотрите, новые юниты, ребята. Ха-ха, таблеточки получил какие-то. Ёлки, это кто же такие? Так, строитель. А это кто такой? Чоппер. Чувак с топориком, нихера себе. Красная бочка. Блин, красота, ребята. Игруха, по ходу дела, таблетки плюс 1 у нас. Давайте бочку усилим. 31-41, да, 41 урона будет. Ну, нормально, я думаю. Вот. И это только 3-й уровень, уже столько юнитов надавали. Неплохо. Ладно, ребята, продолжаем. Продолжаем войну с этими зомбарями. Прорываемся, как говорится. С этого острова надо смыться нам. Так, а ты... Оу-оу-оу-оу, сколько бегунов. Ёлки-палки, сейчас на автобус нападут. Зараза, давай бомби, шериф. Вся надежда только на тебя. Мы не должны проиграть, ни в коем случае. Так, отлично. Гробовщик с нимпом, это все отлично. Он более живучий должен быть. Хе-хе-хе. Ну, боч... Ёлки-палки, этот воскрес тут рядышком. Блин, мы их не убиваем, ребята. А нет, смотрите-ка. Когда второй раз... Так, отлично, храбрости у нас нормально. Когда второй... 2 раза, короче, надо убить их, чтобы они исчезли. Первый раз они просто падают, потом воскрешают. И надо второй раз их подбить, чтобы они окончательно уже сдохли. Ёлки-палки, нифига фарт-то какой, а? Смотрите. Все чуваки у меня практически героями вышли. Давай-давай-давай-давай. Вот так бочонком их всех. Так, куда разогнался-то, а? Пупсик. Ха, давай, кричит фермер. Даю, ёпрасоте. Куда там встал, а, гаденыш? Так, давай-давай-давай-давай. Храбрость, храбрость надо поднять, ребятушки. Пробирочки лежат. Отлично, фермера еще одного вызовем. Бомбить этих гадов всех надо. Так, что опять? Теперь я могу использовать пулемет. Опа-на! 100% ярости у нас, оказывается, уже накопилось. И он может использовать пулемет. Тра-та-та-та-та-та. Неплохо довольно-таки, правда, зомбарей нету. Да, в принципе, мы и так прошли. Ёлки-палки, жалко, жалко, конечно, что без 3 звезд. Но главное, прошли. Да, пулеметчик, ты меня порадовал. Это должно быть эпично. Жалко, мы не увидели это на действии. Как оно против зомбарей. Но, тем не менее, бомбишь ты там на славу. Ну что же, продолжаем, ребята, проходить игру.
Вперед, зомби-война. Давайте, наверное... Так, это миссия 8. А у нас, по-моему, 7 должна быть, да? Ух, 12. Куда, куда так наперед-то? Что-то я подзапамятовал, а? 6. А где у нас 7-я-то тогда миссия? Это у нас 8. Ну что ж, давайте. О, это что за новый вид зомбарей? Энциклопедия загорелась. Очень слабый и медленный зомби появляется на кладбищах из-под земли. Скелетон его звать. Ну что ж, давай посмотрим, как он. Слушайте, по-моему, вата. На-ка. Да, ребята, вообще ватный какой-то. Ну их что-то тут дохера. Хорош, успокойтесь, давайте обратно. Ёлки-палки, они вылазят прямо из-под ног. Так, бегун, куда собрался, ё-моё, а? Шикарно. Давай-давай-давай, бомбим баррикаду. Увидимся в аду. Кричит гробовщик и с лопатой бежит на зомбаря. Ну что же, миссия 8 пройдена, ребята. Причем в сухую. И разве это не хорошо, а? Так, что у нас тут? Вау, 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 карта-то открылась. Шикандос просто. Что это такое у нас там за квадратик? Тайник. Конечно, забираю. Консервы. Призвать 40 монет. Ёлки-палки, ребят, смотрите, я могу призвать. 50% у нас скидка. Так, а если вот этого? О, 480, да вы опупели что ли? Нет, я лучше возьму вот этого. Консервы. Я ему могу поставить консервы, ребята. Ну зачем? Ума не приложу. И этого могу положить. Кстати, вот этому надо в первую очередь, потому что он у нас как основной юнит. Ух ты, таблеточки. И больше ничего, к сожалению. Ну что ж, ребята, наверное, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, комментируйте. И мы будем продолжать играть в нее. А на этом все. Всем пока, до скорых встреч, до новых видосиков. Всем удачи, ребят. Can't stop bouncing.